Ну, еще у меня одно приобретение сделал я. О, это семена. Сделал я себе топор. И, в общем, немножко преуспел в вырубке деревьев. Но нет, совсем немножко, совсем чуть-чуть. Тут, видишь, вон, еще ботвы остается черти сколько. Все это просто... Тут работа не в проворот. Надо еще делать идти один топор. Потому что, видишь, так очень долго. И сооружать опять стремянку, чтобы вот это все... Вон, видишь, высоченные деревья. Высоченные. Вот, допустим, смотри. Я еще вот ставлю. А, вот так забираюсь. Вот это забираюсь, вот это забираюсь. Стоп. И вот сюда еще забираюсь. И задираю голову. Вот смотри, можно достать. Там еще один слой, понимаешь? Ладно, оставим пока это все. Просто хотел здесь сделать себе нормальную человеческую площадочку такую. Тут мне ничего не мешало, ни обзору, ничего. О, какой-то тигр прибежал. Ну-ка. Ну-ка, иди сюда. Ух ты, смотри, сволочь. Сдриснул. Так, ну давай, что тут у нас? Лужайка-то как? Подожди, а, надо будет еще посмотреть, как сооружать забор. Ладно, давай тогда смотри, пойдем сейчас на мой перекресток Миллера. И смотри, что у меня тут уже сделано. У меня сделано... Это перекресток имени Тарантино. Добро пожаловать. Значит, туда я еще не пробивался толком. А, нет, уже пробивался, да. Подожди, подожди, пробивался. Сейчас я вам покажу. А вот это откуда взялось? Заросло, что ли? Я не понимаю. Что за фигня? Блин, я тут пробивал, я тебе серьезно говорю. А как так получилось, если я тут уже пробивал? Подожди, назад. Или не пробивал еще? Наверное, не пробивал. Давай тогда повесим свет. Света у нас много. И немножечко еще пойдем. Ну, тут можно рукой. Посмотрим, насколько тут далеко. А, вот, хорошо. Ну, как раз тут на перегончике свет пускай горит. Пускай горит, хорошо. Дороги должны быть во все стороны. И я, чтобы дорога обозначалась, то, что достаточно, чтобы вот был такой желобок. Так, это у нас что? Здесь топор нужен, конечно, да. Это понятно. Так, ну видишь, тут все джунгли, просто джунгли. Иными словами не скажешь. Ну что, подвесим свет, нет? Да, по крайней мере, траву рядом надо убрать. Ага, всякие семена тут я нахватал, вот все полезно. А тут, кстати, можно было присобачить свет. Зря я это сделал. Давай-ка мы вот сюда присобачим свет. Вот, совсем другое дело. Ну шо.